Прокуратура добилась назначения наказания по уголовному делу о многомиллионном хищении при строительстве хаятов во Владивостоке. В сентябре 2022 года Фрунзенский районный суд Владивостока постановил обвинительный приговор в отношении бывшего руководителя компании «Наш дом Приморье». Марину Ломакину признали виновной по двум преступлениям. Речь идет о злоупотреблении полномочиями и сбыте поддельных бумаг. Тогда и назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет условно с испытательным сроком 5 лет. Не согласившись с мягкостью назначенного наказания, прокуратура края вынесла апелляционное представление на приговор. Судебная коллегия по уголовным делам Приморского краевого суда согласилась с доводами апелляционного представления государственного обвинения и назначила осужденной Ломакиной наказание в виде 7 лет лишения свободы со штрафом в размере 800 тысяч рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Осужденная Ломакина взята под стражу в зале судебного заседания. Приговор суда вступил в законную силу.